Все, спасибо. Прорыв. В десятке самых богатых моделей оказалась Эшли Грэм. Собственно, она на 10-м месте. Первая в мире модель плюс сайз, которая заработала за год 5,5 миллионов долларов. Параметры Эшли – бюст 107, талия 76, а бедра 117. Когда-то Эшли бросил парень, потому что боялся, она станет еще больше. И где тот парень? В первую пятерку все-таки вошли модели со стандартными формами. Пятое место – Джиджи Хадид. 9,5 миллионов долларов за год. Хотя это лицо и трудно запомнить. Четвертое место – Адриана Лима. 10,5 миллионов долларов за год. Роскошной Адриане 36 лет. Она и не думает заканчивать карьеру. Бронза. Вот тут неожиданный результат. Мало кому известная Криси Тейген заработала 13,5 миллионов. Сейчас Криси беременна во второй раз. Серебро. Жизель Бютхен. 15 лет подряд Жизель возглавляла этот рейтинг. Но в прошлом году 37-летняя бразильянка ушла с подиума. Так что ее результат всего 17,5 миллионов за год. А кто же заработал больше всех? Кендалл Дженнер. 22 года и 22 миллиона. Кендалл – младшая сестра Ким Кардашьян. Но у Кендалл скромные параметры – 84, 61, 88. Удерживает форму с трудом. В семье все склонны к полноте. И к зарабатыванию денег надо признать.